Да, мам, я уже в поезде. Напишу, кто соседи будут. Да, ой, духотища! Еще окно не откроешь! Что будешь? Курицу будешь? Бутерброд с колбасой? Мам, ты можешь подождать, пока мы хотя бы километр проедем? Ничего я не буду. Ничего-ничего, сейчас интернет ловить перестанет, сразу ей захочется. Я говорю, Лена, уходи от него, уходи. Она мне все нормально, все нормально. А я же вижу, что не нормально. О, нашла тебя наконец. А ты что так долго? Блин, да я в 10 вагонах от тебя. Анатолий, ну переодевайся спокойно, держи простыню. Юра, ты фигово держишь, все, уйди. Мальчик, давай потише, а? Женщина, не указывайте моему ребенку. Петрушка! Не, у вас еще остался сыр-косичка. Че? Подойди, я тебя не слышу. Ребятушки, мы с вами все-таки не одни едем, поэтому давайте не будем орать. С ними никуда не поедешь, это зверинец какой-то. Я с вами полностью согласна. Рты закрыли свои на замочек, там ключик. Выкинули. Молодой человек, вы чего? Что-то грустное прочли? Мою курсовую. Кумир, молодежи 7 букв. Элементарно. Меладзе. Пятый кроссворд. Чем мне теперь заняться? Студент. Что? Ты стена, да спускайся вниз, поешь. Да нет, мне тут нормально. Мне вообще хорошо, замечательно. Молодой человек, а вы мне не поможете сумочку сверху достать? Да, конечно, конечно. Молодой человек, а мне матрасик достаньте тоже, пожалуйста. Да, давайте, и вам тоже помогу.